Привет-привет! С вами Лилия Донскова, рада видеть вас на моем канале. Сейчас будет видео, я вам покажу, как сделать очень красивый, очень крутой хвост, чтобы он был вот, ну, просто офигенным. Может быть, у меня, правда, не получится на камеру, но главное, я вам покажу идею. Так, расчесываем волосы. Ну, понятно, нам нужны волосы, расческа. Собираем их хвост и чуть-чуть вот поднимаем. Хвостик делаем такой вот, обычный хвост. Смотрите, я когда его делаю, у меня сразу такая приплюснутая какая-то голова, как-то вот не хватает объема. И я никогда не ходила с хвостом. И всем завидовала, думаю, какие у всех красивые хвостики, как с ним удобно, как он всем подходит. То есть вот сделала хвост, расчесала кончики, можно потом расчесать. Беру обычную резинку, резинка должна быть достаточно такая хорошая, чтобы она не стекала вниз от со временем. И да, вот сделали, зафиксировали, чтобы она была не слишком худая, не слишом толстая, там такая вот, ну, нормальная. Вот мне надо 3 раза обернуть. Так, 1, 2, 3. Ой, пока я свои волосы все вытащу, метровые. Вот, смотрите, ужасный хвост, правда? Ну вообще просто, здесь все приплюснулось, все некрасиво. Что с этим я делаю? Сейчас показываю фишку. То есть вот хвостик, он на месте. Я беру чуть-чуть, вот прям вот цепляю тут волосы и аккуратненько вытаскиваю. Чуть-чуть. Лучше по чуть-чуть вытаскивать. Рядышком немножко вытаскиваю. То есть я из хвостика оттуда, из глубины, придерживаю тут за резиночку, чтобы волосы не травмировать. И начинаю чуть-чуть понемножечку тянуть. Потом побольше. Хвостик держу, чтобы он не упал. Еще. Ну, бывает такое, что не всегда идеально. Но, кстати, тоже маленькая неряшливость, она даже прибавляет какого-то шарма. И вот уже получился вот такой хвост. Уже, да, можно даже повыше сделать. Вот так. Смотрите по бокам, то есть какая вам форма нужна. Если нужно, тут чуть-чуть припушить. Мне, например, вот идет, когда вот именно вот тут вот приподнять макушку, потому что иначе она очень плоская получается. Смотрите, 2 секунды, и у меня такой деловой хвостик. Осталось повесить сюда серьги какие-нибудь прикольные. И все, я могу целый день с этим хвостом уже гулять. Тут еще челку в сторону. Челочку можно как-нибудь зафиксировать заколочкой. Вот такая вот маленькая фишечка для того, чтобы разнообразить свой ассортимент причесок. Нравится? Пишите в комментариях, пробуйте, делайте сами, пишите, получилось или нет. Если не получилось, снимайте, расчесывайте волосы, делайте новый хвост и тренируйтесь. Чем больше практики, тем лучше получается. Все, пока-пока, с вами была я, Лилия Донскова.